1900 году в Химгао была проведена железная дорога. Началась эра воскресных поездок на озеро Химзе, расположенное в 60 километрах от города, а там уже поджидал круизный пароход. На юге виднеются массивы Кампенванд и Хохфельн. Ранним летним утром гладкая поверхность озера похожа на зеркало. Вскоре на ней всколыхнутся волны от десятков лодок. Главная здешняя достопримечательность – остров Херен-Инзель с прекрасным дворцом Людвига Баварского. Дворец, прозванный Малым Версалем, был построен в 80-х годах XIX века. Так же, как и французский прообраз, дворец окружен парком. Очередная экстравагантная выходка короля Людвига стоила целое состояние. Только за остров правитель должен был заплатить 350 тысяч гульденов. Фонтаны окружают аллегорические статуи славы и зависти. Людвигу II не суждено было увидеть резиденцию во всем великолепии. Он остановился в незаконченном дворце лишь на несколько дней в 1885 году, а спустя год его уже не было в живых. Интерьеры поражают почти восточным великолепием. Покои истекают золотом, убранство дополняет мебель из ценных пород дерева, всюду дорогая посуда, скульптуры, картины и лепнина. Большой зеркальный зал поражает размерами, он превосходит даже аналогичный зал в Версале. На Химзе есть свой знаменитый Людвиг. Людвиг Фесслер – так звали основателя фирмы, предлагающей круизы по озеру. Имя Людвиг носит 80-летний пароход. Судно возит туристов между островами в течение 2,5 часов. Кажется, времени слишком мало, чтобы насытиться прекрасными пейзажами. За бортом появляется остров с башенкой, увенчанной куполом-луковкой. Она принадлежит женскому монастырю на острове Фрауэнинзель. Монастырь основал в 782 году герцог Тосилос III. Монастырский сад, разбитый по указанию настоятельницы, утопает в цветах. Внимание привлекает прекрасный надвратный зал середины XIX века, памятник архитектуры каролингской эпохи. Внутри часовни Святого Николая под слоем штукатурки недавно были обнаружены хорошо сохранившиеся фрески, которым более 1000 лет. К монастырским сокровищам относятся и две старейшие в Германии крипты, и реликварии святой Ирмингарды –